Данилова. Кстати, до да последнего. И не только артисты ансамбля, нам тоже приходилось выходить из гримеров. Кстати, до последнего спектакля многие неискушенные зрители думали, что хоры и ансамбли записаны, это фонограмма. Я лишь могу еще раз подтвердить, что это неправда. Больше того, исполнители главных ролей подпевали под кулисами в свои микрофоны. Да, правда, дорогие исполнители главных ролей никак не могли выучить порядок слов, припев, и поэтому было сбыто Помолчи! Это вот означало, созвал нас гулять карнавал, вот это означало флажки, и вот это, покажи, и вот это вот означало, в крови бродят токи любви, запомнили? А совсем не то, что вы подумали. Тогда давайте встанем. Ты что-то перепутал и стало холоднее.